Согласно действующему законодательству, родители, отбывающие наказание в местах лишения свободы, не освобождаются от взыскания с них алиментов на ребенка, комментирует помощник Одинцовского городского прокурора Евгений Груздев. Особенности взыскания с осужденного алиментов на ребенка. Лица, осужденные к отбыванию наказания в тюрьмах, исправительных колониях, колониях, поселениях, лечебных исправительных учреждениях и других, не освобождаются от оплаты алиментов. Обязанность содержать своего несовершеннолетнего ребенка сохраняется за осужденным родителем даже в том случае, если он лишен родительских прав. Эта обязанность не снимается с родителя и в том случае, если вместо лишения свободы он не работает и не имеет заработка. Выданный судом исполнительный документ, судебный приказ или исполнительный лист, необходимо представить в бухгалтерию учреждения, где отбывает наказание осужденный, самостоятельно либо через судебных приставов. На основании полученного исполнительного документа бухгалтерия учреждений будет осуществлять алиментные выплаты. Согласно нормам Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, удержание алиментов производится из заработной платы, пенсии или другого дохода осужденного. Причем алименты подлежат первоочередному удержанию, лишь потом удерживаются налоги и обязательные отчисления, а также возмещаются расходы учреждений на содержание заключенного. Если исполнительный документ устанавливает алименты в процентах от заработка, производится расчет необходимой суммы. Если алименты установлены в твердой денежной валюте, удерживается данная сумма. Важно, что после удержания всех выплат в распоряжении осужденного должно оставаться не менее 20%, в некоторых случаях 50% от суммы заработка.